Ну вот, все, сыграли на этом поле. Здесь, под этим куполом. Газон, конечно, отборный. Ворота крупные опять. Там другие играют. Выиграли где-то 12-4, что ли. Но опять подсчет шел так, что все, что забиваешь, не подсчитывается. Все на крайнего доходит. И в итоге в конце приходится еще стараться. Хотя запас голов был, а из-за плохого подсчета, из-за плохих математических талантов нашей команды, приходится еще больше играть. Ой, блин, опять я криво ударил. Отлично, свежо здесь, просторно. Блин, опять я попадаю в черные ворота, не в белые. Это называется блек. Видимо, по-польски блек — это спортивный надувной центр. Блек центром спорту. Отличный газон. Можно прям спать на нем. Даже как в сено, в солому. Сток сена залезть, лежать. Попробуем попасть. Это же очень большие ворота. Катится. Да. Na czarnym stawem, jak się było na środku tego stawu, widziało się ten. Словно w торговом центре. Тут уже можно ходить. Некий футболист. Стыдно, конечно, я... Конечно, это игрок сборной Польши, но... А, Камил Глик. Подписано. Стыдно, не знаю в лице. Вот он, этот купол. А вот так делаются парковки. Хорошее решение, да? Очень хорошее. Земля из-за дождя не расплывается, машины не буксуют. В то же время экономия асфальта. По минимуму камня на траты. Очень приятное впечатление. Вот такой надувной футбольный центр. Ну и, конечно же, страна Польша точно такая же приятная.